Сегодня у нас видео шопинг-влог, и в этом видео я прошлась, так сказать, просто посмотрела на скидки, что же можно приобрести на распродаже. Надеюсь, вам будет интересно смотреть такое видео. Оставайтесь со мной. А сейчас, конечно, бешеные скидки, огромные, ну, реально можно хорошие вещи, которые стоили на два порядка дороже, да, они сейчас стоят очень дешево, и в резерве очень классные скидки, там и косухи, сейчас косухи, там со скидками вообще 1200, по-моему, 800-900 рублей для косухи, мне кажется, это очень дешево и такого качества, да, потому что не везде ты найдешь за такую цену, за такое качество. Конечно же, обувь, распродажи, сумки и, в общем-то, конечно же, зимняя коллекция тоже сейчас распродается. Сейчас весенний завоз будет, новые коллекции, и поэтому можно успеть приобрести что-то из зимней коллекции, свитерки, водолазки, кардиганы, которые также пригодятся. И также весной, да, самый разгар, как раз все одевают где-то куртки, где-то прохладно, где-то без куртки, и свитерки и кардиганы самый раз. Поэтому сейчас прям выбор, конечно, есть, но единственное, не все размеры присутствуют в рядах, это понятно. Тем не менее, стандартные размеры все равно можно найти. Поэтому первое, что я хотела вам показать, это будет вот такая обувь. Применить какие-то аксессуары и реально шляпа, водолазка, джинсы. Это вроде бы просто, вроде бы привычно, вроде бы обычно, но ты дополняешь эти ботинки в ковбойском стиле, и получается совершенно другой образ, интересный, необычный. Далее джинсовая юбка. Джинсовая юбка — это вообще, мне кажется, находка, универсальная вещь. Супер вещь в гардеробе, так же как джинсы, вот, которые мы, ну, не представляем уже себе жизни без джинс, да, которые мы носим просто постоянно. Вот. И юбки у меня не было. Не было юбки у меня джинсовой такой, не было. У меня были обычные юбочки, стандартные такие немножко, но так как я ничего себе не покупаю практически вообще. У меня они немножко уже вышли из моды, вышли из моего какого-то такого размера. Немного, в общем, они не подходят мне. Но я их, конечно, носила, применяла, там, ремни и так далее. Пыталась их тоже вживить, так сказать, в современность. Но немного они, конечно, не в теме, так сказать. Вот. А юбка джинсовая — это всегда, мне кажется, актуально. И вообще без нее, мне кажется, не обойдется ни один образ. И что весной, что зимой, что летом, ее круглый год можно носить. Это вообще крутая вещь. Don't tell me that you wanna go, 'cause I don't think I can make it without you here. Time is moving so slow, sunrise till set, I want you near. Smoke on the medicinal till we feel invincible, got no problems, got no fears. Your loving's so damn critical, mentally and physical, screaming just so you can hear. How much I adore you, I want to explore you. Want our souls to collide with our bodies free wild. Baby, let me show you just what I can do. Представлены разные модели, разной длины, разного цвета, насыщенности. Я специально такая вот приглушенная смотрела, чтобы она была нейтрального цвета для также применения летом, да, чтобы летом не было вот этого темного насыщенного цвета. И с белой футболкой, конечно, это просто огонь. Всегда будет смотреться
красиво. Также можно ее, если похолоднее, одеть с водолазкой, применить ремень. Также можно, кстати говоря, одеть эти ковбойские ботинки и какую-то косуху, и будет тот тоже такой немножко интересный стиль, необычный. Вот. Еще сочетание этой юбки с кроссовками крутое. То есть можно что белые кроссовки одеть, там молочного цвета, я не знаю, подбирайте сочетание цветов, да. Мне кажется, она сочетается просто со всеми цветами. Не знаю, с каким она не сочетается, напишите мне. Я вот не представляю, мне, я вот все, что вижу, мне кажется, все, что не приложи к этой юбке, она просто сочетается со всем. И также вот с этими кроссовками в леопардовом таком принте, применяя такой ремень тоже в такой же тематике, вот, и просто белая футболка, то есть база получается, да, белая футболка, ну, конечно, можно какие-то, можно разные дополнять аксессуарами, и получается совсем другой образ. Такая небольшая капсула у меня выстраивается. Следующее, что еще? Меня просто захватывают эмоции, поэтому я могу уходить в дебри. Извиняюсь заранее. Прошлась я по обуви, тоже посмотрела, потому что меня этот вопрос интересовал, интересует, да. У меня уже та обувь поизносилась, я давно не обновляла, и они уже, конечно, не актуальны, так скажем. Вот, поэтому я, меня этот вопрос волновал. И, конечно же, вот следующее. Какие-то скидки. И, как всегда, да, вселенная дает то, что тебе нужно. Вот, прям вот именно хотела вот какие-то... Без лишних аксессуаров, без лишних цепочек, без лишних каких-то отвлекающих, ярких, акцентных таких вот шипов, там вот что-то такого, да, вот, чтобы нейтральное, чтобы их можно было одевать и с юбкой, и с платьем, и с джинсами, в общем, применимы во всех образах, в общем-то, вот. Хотелось бы, конечно, составить гардероб идеальный, такую капсулу, чтобы они сочетались. Ну и я не только нейтральные цвета, ну вообще я нейтральные цвета не очень, конечно, люблю, потому что, во-первых, у меня внешность контрастная, и мне нужно, чтобы я в ярких цветах, у меня был какой-то контраст. По поводу этого ободка, вот, я не носила такие ободки, и тут, когда померила его, ну, чего-то так понравилось. Вернее, это не ободок, это такой вот на резинке, да. Но мне понравилось такое какое-то необычное, интересное дополнение, да, к обычному образу. Даже белая футболка, если будет с джинсовой юбкой, с той же, с кроссовками, и дополнение такое, мне кажется, очень интересно получается. Так, следующее. Свитер, это тоже Остин. Приятно, мягкий, такой классный. Вот не могу. Я прям даже... Смотрите, какое сочетание прикольное получается. Я даже пересматривала... Помните, я как-то во влоге показывала все-таки вот эту примерку. И я прям пересматривала. И мне почему-то так запало это в душу, так понравилось. И сейчас, когда есть вот такая вот возможность... Я не знаю, я просто не могу вообще. Вот, а там тоже сейчас шикарные акции, то есть две вещи, и вторая получается 50% со скидкой. То есть вот это вот 200 рублей.
вообще, мне кажется, ну, шикарнее не бывает. Так что все очень бюджетно выходит и, ну, выглядит, сами посмотрите, как выглядит. В общем, ладно, не буду. Вам такое вот решение мое, небольшие такие мои какие-то забеги. Мне так снова какое-то вдохновение, ну, видимо, весна все-таки скоро будет, и в ожидании какое-то вот, в ожидании какого-то чуда, весны, и хочется как-то преображаться, настроение какое-то особенное. Все ссылки на товары, если я найду, оставлю под этим видео, заходите. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.